Ребятки, всем привет, с вами Александр Мир Юрского периода, и смотрите, что у нас есть. Появился легендарный кайнозойский Брантотерин. Интересно, к каким он стихиям относится, сейчас нужно посмотреть в наборе чистое золото. Это у нас двухрогий носорог, вот это один рог, а вот это второй рог. Так, что у нас здесь еще интересного? Соберите полную коллекцию, тоже какой-то набор. Так... Так, сейчас дивизионы недоступны. Мы ввели систему дивизионов. Да, начнется бойня. Легкий вес, средний вес и тяжелый вес. Вообще-то мне интересно, что это у нас за дивизионы. Ха. Так, что-то можно забрать, да? Как много? 140 генов. Я потратил больше, наверное. Тут, по-моему, по 100 генов нужно было платить. Так, ладно, давайте сразу зайдем. Сейчас посмотрим, почем у нас тут наборы. Чистое золото. Так, тело космил. Вот, Брантотерин. Кстати, мы можем да немножко прикрупить наборов. Авось повезет. Тело космил. Дальше. Гиенодон. Так. Давайте еще. У нас такой будет анбоксинг, как эти, открывать ящики в Counter-Strike GO. Откроем их еще парочку штук. Мастодонзавр. Тело космил. Третий уже, да, по-моему, попался. Корову какой-то. Так, чистое золото. Престозух. Последний открываем, ребята. До 300 тысяч опустимся. И снова мастодонзавр. Ну, не повезло сегодня, может повезет завтра, как говорится. У нас еще слоник один есть не прокачанный, так что мы с этим как-то разберемся чуть попозже. Вон он у нас последний в инкубаторе остался, но думаю, на выходных на этих я его сделаю. Слоника. Так, а мы давайте посмотрим. О, что-то я так прям даже только заметил, что у нас турнирчик новый вышел, да? Ну ладно, ладно, ну к турнирчику мы вернемся чуть позже. Сейчас у нас будет наш классический набор. Так, махонькие ужастики. Давайте пойдем на махоньких ужастиков. Здесь у нас без ограничений. Так, махоньких ужастиков мы сидим каким-то одним амфибием. Там легендарная есть, да? А, там есть легендарная амфибия. Вот оно что. Ну, давайте испытаем судьбу Горгазухом. Так, ну нам главное завалить их через стегу, а там дальше не страшно. Перестарался. Но он должен нас атаковать, у него сейчас довольно много баллов, 5, хотя вряд ли. Так он, ну никак. 3 поставил, вот гаденыш.
половинку снял. Готовенький. А этот косоглазик, ну, вообще пойдет сейчас в расход. Шипы на пятках. Видите, какие? Так, надеюсь, вам не слышно, как меня пылесосит за дверью. Так, у нас снова без ограничений. У нас легендарные, три легендарных зверя. Кто хочет их съесть? Так, ну, смотрит на нас эрлифозавр. Пусть будет эрлифозавр. Он красивый. Здесь нет амфибий, потому хищника это хороший выбор. Так, сколько баллов смог накопить Диморфодон? Ну, 4 ему точно не хватит. Так, а вот теперь он может нас победить. И он может это сейчас сделать, да? Я вот этого как раз и боялся. 6-6, 36, вот оно, да, пробьет, пробьет, гаденыш. Да. Ну, такое дело. Один балл решил судьбу. Не беда. Так, следующий желающий. Кто у нас хочет сразиться? Так, так, так. Но здесь какие-то уже слабенькие. Вот так вот давайте возьмем. Кого-то для подстраховки. Так, ну здесь печаль, беда. Акроконтозавр за один удар у Найзавра не пробивает. Зато пробили Диморфодона нашего битчика. Это радует. Сейчас бы я мог бы его пробить. Давай, атакуй. Вот гаденыш. Не попадусь я теперь. Сделал точно так же, как и в прошлый раз. Ну подождите, хотя за 4 он сможет нас пробить. Смотрите, я реально сейчас атакую, там все 4, он бы меня пробил. Вот так вот. Из-за трусости Унайзавр проиграл. А ему терять нечего было. Ему нужно было атаковать. Там у меня еще эрлифозавр был. Так, следующий бой. Хищник, хищник и крутая амфибия. Значит, здесь нужно взять летунчика. Возьмем какого-то летунчика. Ну, ну выбрался Зухариптер. Пусть будет.
Молодец. А вообще молодец. Этот бой просто нам подарили. По-моему, он тоже мог меня пробить. 4-4-6. 16, он легко меня пробивал бы. Нам снова повезло. А он снова из-за своей трусости. Трусы проиграли. Получили своего унозавра. Так, ну с этим мы, возможно, в воскресенье разберемся. И у нас теперь есть битвы с усилениями. Одно усиление, обязательное условие. Так, у нас есть хищники. Сейчас, значит, выберем одну амфибийку. Нет. Какую-то. Ну, мастодонзавр, да, допустим. Один. У нас будет битва дуэльная. Один против троих. Вот так вот можно и серию назвать. Я его пробиваю, смотрите. 87, 57, 30 баллов сверху. А это значит, что я за два удара цератозавра съем. Это круто. Ну, он меня не пробьет. Никак. Тем более с таким-то слабым ударом. Головастик наш. Ну, на всякий случай, один балл у него заберем. Один против троих. Так, ну погнали дальше. Так, ну здесь бы вообще шикарно зашел летунчик какой-то. Средней паршивости. Так, ну птеродактиль будет довольно сильным, конечно. Давайте вот так возьмем. Вот аморгозавра возьмем. Попробуем пободаться аморгозавром. У кого-то для подстраховки возьмем, конечно. Но будем стараться одним аморгозавром. Мне нужно три удара ему нанести. Давайте. Вот как раз. Нас легко могут съесть на самом деле. Рановато я использовал, конечно, защиту. Но не впустую, это радует.
Кого на картинку взять? Аморгозавра и крокодилов? Будет неплохо. Он даже не крякнул напоследок. Что-то звук глюканул, ребята. У нас получилось 6 боев, да, по факту один против троих. Ага, еще один. Хищник, хищник и хищник. Так, так, так. Давайте вот так вот сделаем. Ну, сейчас мы опять заново выберем все. Давайте, чтобы было как-то поинтереснее, правда? Вы что же не любите, когда я все время беру одно и то же? Вот так вот будет весело, ребята. Тоже хороший будет бой, интересный. Будем сейчас когтями рвать хищников в мясо. Хотя тут, наверное, и усиление не особо надо. Здесь слабо бьющие. И астафрикозавр слабо бьет, и цератозавры. Хоть они и максимально вкачаны. Давайте пока так. Уже опасно. 800 это много. Ну, я вот это хотел сделать. Ха! 12 тысяч жизни. Три балла спалил. Вообще не больно. Ну и все, используем минус 3 и пробиваем его. Сколько бы он там себе не поставил, у меня как раз могло быть максимум 3 балла. Ну и делаем вот так. Прекрасное завершение сегодняшней серии. Набор Африка. Вот такие вот у нас были, ребятки, дела, так что ставим пальчик вверх и до скорых встреч!